До чего дошел прогресс? 3D-принтер уже печатает не только объемные изображения, но и еду. Хочешь пиццу, хочешь борщ. А искусственный интеллект пишет довольно неплохие картины. Задаешь ему определенный объем информации, он ее обрабатывает и выдает результат. А еще нейросеть создает музыку. Да что там, есть даже виртуальные исполнители, которые пишут музыку и тексты песен, а затем сами их исполняют. Конечно, смысл этих композиций весьма туманен, но факт остается фактом. Но и это еще не все, вы только послушайте. Впечатляет, правда? Идейный вдохновитель этих виртуальных концертов – композитор и программист Уэйн Литтл. Он довольно удачно совместил компьютерную анимацию с музыкой. И получилось настоящее шоу, а не мюзик. На создание одного такого клипа уходит немало времени. Сначала обдумывается визуальная модель музыкального инструмента или целого комплекса инструментов. В итоге появляется нечто фантастическое, существующее лишь в виртуальном пространстве. Затем сочиняется музыка, и уже на последнем этапе поведение инструмента синхронизируется с аудиодорожкой. Действительно что-то невообразимое. Завораживает не только слух, но и глаз. Визитная карточка AnyMusic — ролик Pipe Dreams. Видимо, авторы прониклись глубоким сочувствием к трубопроводной системе, которую человечество использует чисто в утилитарных целях, и превратили ее в музыкальный инструмент. Виртуальный трубопровод зафонтанировал металлическими шариками. Они не просто падают, а ударяются о струны и поверхности инструментов, а звуки от ударов складываются в музыкальные мотивы и фразы. Как уверяют авторы AnyMusic, воссоздать в реальности их виртуальные инструменты невозможно. Но компания Intel попробовала это сделать, и у нее получилось. А еще нашлось немало желающих исполнить анимационную музыку на реальных музыкальных инструментах. Вышло очень даже неплохо. Судите сами.